Эксклюзивные медицинские услуги можно получать и в Химках. Почти 6 лет в округе работает клиника, которая проводит различные виды лучевой диагностики, создает музыку мозга и многое другое. В процветании бизнеса руководству помогает торгово-промышленная палата. 2 года подряд они получают субсидии на развитие центра. Потратить время на очереди или на себя? Для Надежды Лазаревой выбор очевиден. Вот уже 2 года она ходит только в эту клинику. Все, что нужно женщине, под одной крышей. Массажист, гинеколог, лучевая диагностика и многое другое, так необходимое для поддержания здоровья. Здесь, как правило, есть все врачи. Вот, и, в принципе, в любое время можно подойти и проконсультироваться. Клиника находится в шаговой доступности от меня, что очень удобно. Работает с утра до вечера. Всегда девочки звонят, предупреждают, если можно отказаться от записи. За 6 лет работы небольшой медицинский кабинет превратился в клинику со множеством различных специалистов и методов диагностики. Сейчас это не просто терапевт и пара других врачей. В клинике принимают доктора по 40 направлениям. Это терапия, кардиология, гинекология, стоматология и многое другое. Однако заработок и прибыль не главное для руководства. Забота о пациентах и их здоровье – вот что важно для врачей. Мы проводим акции как «День здоровья». Это бесплатная сдача определенного спектра анализа и консультация определенных специалистов. Сейчас в этом году мы уже начали проводить акции в виде здорового сердца, где каждый житель Химок может прийти и сдать определенный спектр анализов, пройти консультацию кардиолога, терапевта и получить бесплатное снятие с расшифровкой электрокардиограммы. За время работы значительно расширилось отделение лучевой диагностики. Появился прибор для МРТ, рентгена, эндоскопии и многого другого. Однако для руководства клиники на первом месте стоит эксклюзивность услуг. В этом кабинете можно получить эксклюзивную услугу – музыка мозга. Снимается энцефалограмма, и к ней подбираются специальные мелодии. Каждому пациенту индивидуальный подход. Мелодии помогают выйти человеку из депрессии, наладить сон или улучшить общее эмоциональное состояние. Впоследствии готовую музыку можно прослушивать дома несколько раз в день, в зависимости от показаний. Чтобы и дальше предоставлять все больше и больше необычных услуг, центру необходимо развитие. В конце 2015 года руководство приобрело новый аппарат – ксеноновую лампу для экстренной стерилизации помещения. В течение 2 минут он обрабатывает воздух в любом кабинете, включая операционную. Аппарат очень прост в использовании. Здесь, вы видите, на передней панели существуют кнопочки задачи. Мы задаем здесь режим, задаем площадь помещения, и затем аппарат включается. Единственное, что при работе этого аппарата требуется, чтобы люди покинули помещение. Этого аппарата могло бы и не быть, если бы не материальная помощь от малого бизнеса Химки. В прошлом году клиника получила субсидию на возмещение затрат на оборудование. И она уже не первая. В прошлый раз мы получили за плату арендной ставки, так как мы берем помещение в аренду и платим, соответственно, немалые деньги, что, собственно, Мособласть помогла в виде возмещения части субсидий по аренде, которая нам позволила купить оборудование для операционной в виде отделения анестезиологии и реанимации. Несмотря на то, что центр сейчас предоставляет большую часть медицинских услуг, им есть куда развиваться. Уже в марте появится отделение педиатрии. Также весной откроется, пожалуй, самое долгожданное – операционное. Здесь смогут делать эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов. В этих стенах всего через несколько недель будут исправлять кривизну ног и увеличивать рост до 14 сантиметров. А значит, химчанам станет доступна одна из самых эксклюзивных медицинских услуг в России. Елена Васильевская, Алексей Козеров, служба новостей.